Но он говорил то, что он чувствовал, что если он мне будет дарить плохие подарки или мало подарков, то я от него уйду. Понимая то, что придется так или иначе ему откуда-то брать деньги и быстро, чтобы дарить мне хорошие подарки, он пошел торговать наркотиками. И его посадили на 11 лет.